время снимается обострение, обострение бывает самые разные, там затрагиваются, так сказать, и суставы, и многое другое. Вот. А выглядит это порой очень вульгарно, это такие красные бляшки на локтях, на лбу, на лице, на волосистой части головы, на теле, которые, так сказать, припухлости, которые очень здорово, так сказать, осыпаются, там шелушится все это. В общем, тяжело и неприятно. У меня это было на лбу, что особенно было, так сказать, невесело, потому что я с людьми контактирую постоянно. И это, так сказать, осложняет контакт. Человек вместо того, чтобы слушать меня, смотрит на мой лоб. Вот. Но веселых чувств это не вызывает. Так вот, здесь видите сейчас? Вы меня видите, да? Вы все меня видите. Вот. А здесь я всего без года недели. Я с 5 декабря здесь. Понятно, да? Вот, вот вам яркий пример. И тоже можно сказать и при ревматоидный артрит, и про целый ряд других заболеваний, которые вот эти вот препараты умеют убрать. Они их не лечат, они просто гармонизируют организм, который мы сами доводим до болезни. В результате неправильного питания, в результате неправильного образа жизни, вот, в результате незнания самих себя. Вот здесь вот эти препараты нам очень здорово помогают. Спасибо.